Помощь идет, братья! Помощь пришла! Да, блин! Победа уже у нас в руках, и это отлично. Но что же делать с оставшимся оружием? Во время войны оно было нам нужно, но зачем столько стволов в мирное время? Я привык к этим стволам. Если их нет в поле зрения, то как бы чего-то не хватает. А вы, когда обедаете, тоже кладете пушку рядом с небом с предохранителем? И, кстати, вам это странно, не кажется? С другой стороны, зомби-апокалипсис он страшен. Всех мозгажоров уделаем на раз. Кстати, вы заметили, что зверей стало намного меньше? То есть, мне эти твари попадаются на глаза все реже и реже. Не знаю, может, мне кажется, но кто-то, похоже, серьезно. Я готов. О, и думал Господь, кого послать? И явился ты. И сказал ты меня, Господи. Рвение твое поистине радует меня, но Господа оно радует еще больше. Есть еще одна заблудшая овца. Действуй. Найди, проследи, принеси бриллианты. Устами младенца. Воистину обрел ты силу отмстить врагам своим. А это какой стих? Слово Божье приходит к нам разными путями. Где же ты? Thank you.
держать позиции! Цель ушла из зоны операций! Ugh.